Всем привет. Мне тут сказали, что в ролике у меня еще два шара пролетает мимо. Посмотрел. Точно. Давайте посмотрим. Обычное небо, обычные люди, блядь, ходят, все нормально. Оп. Вот такая. Вот они. Вот они, два шара. Тарелочка и два шара. Даже не заметил во время съемки, когда снимал, что там. Что-то мимо пролетело. Потом уже люди сказали. Ну-ка вот. Очень-очень замедленно. Один другого чуть-чуть опережает. Ну, скорость большая и, видимо, далеко. Ни звука никакого, я даже ничего такого не заметил. Еще раз. Вот такая вот херня. Короче, НЛО у нас везде, и оно нас контролирует или следит за нами. В общем, вот еще две тарелочки, или как, два шара на скорости пролетают. Тоже заметно. Вот. Так что ладно, как время будет, поеду еще по городу смотреть, искать. Хожу со стекляшкой около телефона и на небо пялюсь, блядь, с телефоном. Скажет, долбоёб, что ли, какой-то. Вот. Так что ладно. Давайте, всем пока.